Ну, родной мой, ну, ну дыши, дыши. Живой! Родной мой, живой, живой, живой. Ты мой, мой. Садись со мной. Осторожней, осторожней. Садись со мной. Садись ко мне. Садись сюда. Садись сюда. Опа! Садись. Садись, я буду учить тебя грести. Бери весло. Бери весло. Давай. Давай. Красно! Красно! И вы счастливы! Правда? Правда. А девочку ретивый! Да? Сердце даем кузьмин. Правда? Правда. Раз, два! Раз, два! Раз, два! Сфотать, уважаемый. Могу сделать ваш психологический портрет. Достигаю большого внутреннего сходства на фоне городской природы. В рамке недорого. Тебя как зовут? Мирослав. Мирослав, ты хочешь хорошо заработать? $20. Хочешь заработать? Хочу. Найди мне старушку, лет 70. Желательно без вредных привычек. Одинокую, без детей. Лучше глуховатую, чтобы болтала поменьше. А? К утру штук 10 наберешь? Подберу. Ну давай. Давай, Мирослав. Время пошло. Как мимолетное видение. Как гений чистой красоты. А вы к нам по какому профилю приехали? Вы, случайно, не по профилю цементного завода? У нас тут раньше цементный завод работал, так яблоку негде было упасть. Нет, я гуманитарий. Поверь мне, самое главное в жизни – это любовь. Я согласна. А представь себе, у тебя вдруг нашлась сестра родная, будет за рубежом. Потерянная душа приехала бы к тебе в гости. Лучше не надо. У меня муж такой кобелюка. Что не дай бог. Не смотри на меня так, Эдуард. Мне это впервые. Не веришь? Верю. А у меня со сферой обслуживания вечно такая история. Жена была... И то в авиакассах работала. Не знаю, может, там мне какой-нибудь тайный опознавательный знак для вас всех? М? Вы просто очень красивый, Эдуард. Так вот я вам пришла рассказать о том произволе, что здесь творится. Бабушка, дорогая, вы мне уже рассказывали об этом.
А я вам пришла рассказать. Я не до конца сказала. Вам сколько лет? Что? Живете одна, нет? Одна. Представьте вдруг, что к вам приехал брат из Америки. Родной. Потерянная душа. Понимаете меня? Что, что? И сколько лет? Она сказала, 70. Она ж глухая. Ну, что им просил? Так все, домой веди. Отпускай. До свидания. Спасибо. Я не все сказала. До свидания. Я не до конца до свидания. Сказала. Идите домой. Вот вам денежка. Я не все сказала. Я не до конца сказала. Следующий. До свидания. Следующий. Здравствуйте. Здравствуйте. До свидания. До свидания. Здрасте. Здрасте. До свидания. Что? До свидания. До свидания. Светит незнакомая звезда. Снова мы оторваны от дома. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Спасибо. Бонжур. Жир шашер пандан, бьен дежур. Дым объен, мы летом бо. Мы жансю из Анкора, шершем он намур. Уре позетю сулико. Спасибо. Григорий. Ты ведь Григорий, правильно? Ну. Молодец. Ситуация такая. Один человек хочет навестить могилу, так сказать, родителей своей мамы. Ну? Сам он из Израиля. А вот мать родом отсюда. Как фамилия? Пинцик. Барух Пинцик. Нет, у нас таких нету. Я понимаю. Молодец. Суть не в этом. Человеку важно что? Место, где он мог бы преклонить колени. У нас у буддистов вообще нет могил, понимаешь? Ну, я не знаю, как у буддистов. У евреев совсем по-другому, извините. Григорий, я сам еврей, я по субботам даже свет не включаю. Но бизнес есть бизнес. Пойми, человеку нужна хорошая могила. Осторожно, на неделю. Поскорбит и уедет. И ему приятно, и ты денежку заработаешь. Понимаешь? В каком-то смысле? Запишешь в книге, что здесь лежат родители его мамы. И хорошо заработаешь. Ты вообще хочешь хорошо заработать? $24. Хочешь заработать? А могила-то как же? Вот, прекрасная могила. Смотри, прекрасная могила. Все конфиденциально, чуть-чуть, между нами. Только ты и я, понимаешь? Здесь невозможно. Почему? Тут Рэбби лежит. Давайте тогда к моим. К Цусаки. Молодец. Григорий, ты куда? Гриша, подожди! Гриша! Тогда 50. Что? Долларов. Почему? Моя могила. Так. Плюс запись в книге. Ты молодец. Молодец. Давай только так. Если 50, то в конце. Если 30, то сразу. Хорошо. 10 сейчас, 40 в конце. Молодец. Молодец! Я Алена, жена Мирослава. Мне Мирослав говорил, что вам дедушка нужен для родственника из Канады. Так? Есть такой. Очень хороший. Это мой дедушка. Он ветеран войны. Он разносторонний человек. Он чистоплотный. Более того, Берлин брал. Посмотрите, вы не пожалеете. Ну что ж, за чистоплотного деда могу предложить $20. Эдуард, 25. За что 25? Так он рыбак. Мирослав, любишь деньги. Да. Молодец. Так я хочу рассказать вам о том произволе, что здесь творится. Бабушка, а вас здесь разве не было? Я уже вас где-то видел. Узнали. Мирослав, она зачем сюда пришла? Я же тебе сказал. Так за долларом. А-а-а. Бабуля, доллары закончились. На сегодня закончились. Все, иди домой. Иди спать. Давай. Мирослав. Ай-яй-яй. Мы в глубоком творческом тупике. Героини нет? Нет. Есть еще одна. Только она плохо ходит. Посмотрите. Обязательно. Я вам, наверное, не подойду. А потом у вас своих старух полно.
Но все-таки вы можете о чем-нибудь меня спросить. Вы одна живете? Одна. Детей нет? Нет, Бог не дал. Только одни головы прилетают. Брат у вас нашелся. Брат? Брат в Америке живет. Родная, одинокая душа. Хочет приехать навестить вас. Какой брат? Ваш брат, родной. Самуэл Голдман. Сима. Брат мой, Сима. Сима. Совершенно верно, Сима. Мирослав, это она. Делай фото. Сима. Hello? Elsie, darling. Yes, Daddy speaking. Hi, Daddy. What happened? It's 3 a.m. I found my sister, Esther. After all these years, can you imagine that? Where'd you find her? In the Ukraine, in the small town where I was born, Golutvi. You remember, I told you when you were a small child, huh? My sister, she's 92 years. Calm down, Daddy. Mercy, this is your aunt. These are our roots. I want you to come with me. It's not expensive. They ask $5,000 for everything, for the research accompanying us and all. Will you come? Why should I leave everything and just come running to you? Hello? Hello? Ursi? Do you hear me? Hello? Поехали! Куда, Эдуард? Покажи мне свой город. Что такое? Место, чудик! Поехали, да ну! Да, давай, мне нужно! Поехали, Командир! Твой аппарат! Это субмарина елового цвета. В переводе «Yellow Submarine». Ага, а ты, значит, капитан? Вполне. Я же говорю, придурок. Капитан, ты хочешь хорошо заработать? Деньги – это зло. Вот. Все, приехали. Это кто? Наша власть. Здрасте. Садись, хлопчик, потолковать надо. Не зашел. Ой! Не представился! Ой, 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 больно же! Ой. Ой. Инвестиции от этого? Самуэль Голдман, американский миллионер. Ну, сейчас на пенсии. Ищет свою сестру. Как ее зовут? Он не знает. Он вообще ничего не помнит. Его вывезли отсюда, когда ему годик был. Какая-то родственница на теплоходе вывезла, а по пути скончалась. Так, а это кто? Ирен Юбер. Значит, бабушка с сыном остались здесь. Дедушка с матерью уехали в Женеву. Сейчас ищет дочку этого сына. То есть свою двоюродную сестру. А всего их у тебя сколько? Еще двое. Так, это я все понимаю, Эдуард. Но они же все из Голутвина. Да. Через У. Угу. А мы в Голотвине через О. Правильно. Голутвин – это другой город в 60 километрах. Он до войны был, а теперь его нет, понимаешь? Понимаю. Его не стали после войны восстанавливать. Пусто там. Всех их родственников немцы поубивали. Ну, в том-то и дело. Я предлагаю переименовать Голотвин. Голотвин. Ненадолго, на неделю. За $500 в городскую казну. Включая возможные инвестиции. Не исключено, что они подарят городу автобус. Так, городским властям взятку предлагаешь, паскуда. Улыбочка. Снимай.
Ну что, Эдуард, 7 дней продержимся. Ага. Продержимся. Эх, вешай давай! Да, Маля. Барух, это ты? А кто еще? Это я. Барух, держи себя в руках. Украли маму. Чью? Твою маму, Барух. Твою маму украли. Понимаешь, какой-то вандал. Выкопал ее несчастный прах из могилы. Сохрани спокойствие. Я умоляю тебя, сохрани спокойствие. Ничего не твори сгоряча. Я уже позвонила твоим сестрам, своим сестрам. Они уже позвонили в полицию. Барух, мы думаем, это маньяк. Маля, заткнись. Я тебе перезвоню. Паспорт, пожалуйста. Извините. Да. Ты слышишь, что я тебе говорю? Я тебе говорю, что это маньяк. Да, я слушаю. Слушай. Сексуальное удовлетворение от праха. Мои сестры уже позвонили в полицию Рамадгана. Я плевал на тебя и на твоих сестер. Барух, я плачу, Барух. А, не вам. Барух, я плачу. Я не понимаю, кому она могла сделать плохо. Это святая мученическая женщина. Извините, жена. Прожить такую жизнь. Иметь такого сына, как ты. Я плачу, Барух. Что-то будете декорировать? Барух, ты слышишь меня или нет? Я говорю тебе про твою мать. Ты меня слышишь? Это моя мама. Она всегда со мной. Ты Эд? Привет. Меня зовут Маркиз. Ты Эд? Привет, Маркиз. Я Эд. Моя мама Ирен Юбер из Женев. Вееву твою родную сестру Нальши Ольгу. Отлично. А где мама? Моя мама Ирен Юбер. Я понял, да. Значит, вот желтый автобус. Иди и жди там, хорошо? Подожди, а деньги у тебя есть? Моя мама Ирен Юбер из Женев. Да, я понял. Иди. Привет. Ты Эдик? Да. Я Барух. Очень приятно. Давайте помогу. Не надо, не надо. Я сам люблю носить свои вещи. Ну, как хотите. Если на неделю с таким чемоданом. Нормально, гардероб люблю переодеваться. Да давайте, помогай. Не надо, я сам люблю носить вещи. Ничего. Ну, ты мне нравишься, парень. My name is Samuel Goldman. I took your contract because you were asleep. 20% are to be paid in advance and the rest next week. Извините, Регина, а вы переводчица сама, да? Да? Да. Ага. Давно из Союза? Давно. Думаю, что здесь мало что изменилось. Не знаю. Дороги стали лучше. Я не мешаю вам? Мешаете. А я нашел родственники по отцовской линии. Двоюродного деда с семьей. Брат моего деда. Да? Понимаете? Очень долго искал. И очень рад сейчас. Хорошо, здесь причина – радуйся. Это мое правило. А так радоваться не люблю. Спасибо. Скоро вы попадете в объятия новоприобретенных родственников. Через неделю я жду вас для совместной групповой фотографии на добрую память. А теперь обнажим головы. Мы въезжаем в Галутвин. Нашу и вашу праматерь. Папа, мама, дядя Сёма из Америки идёт. Ой, ой, как мы рады. Мы так рады, а дети? Дети-то как рады. Они так хотели вас увидеть. Да, Яша? Яша, ты же тоже рада. Да, мы тут недалеко живем. Простите, вы кто? Что? Кто вы? Я Белла. А, я Яшина жена. Яша, это внук двоюродный Эстер. Ой, любит ее как родную маму. Что вы? Да, Яша. Ну что ж, новые родственники. Появится явно больше работы. Так что, Региночка, обращайтесь ко мне в любое время суток. И днем, и ночью.
подожди. Радио! Давай, давай, давай. Здоровенькі були! До це Дія Гендрю. Велкам! Можна по-русски? Откушайте. Это он, тато. Рыбу ловишь? Уловлю. Какой хлопец! Золотый! Так, я вижу, общение началось нормально. Давай, давай. Ну, идем. Все, домой, 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 домой. А что я делаю? Встречайте. Это кто? Как кто? Это Марк Ив, сын Ирен, вашей двоюродной сестры. То есть ваш племянник. Ну давайте, давайте, давайте. Привет. Чтобы... Не родные, ну обнимитесь, что ли. Вот. Привет. Показывай жилище. Пошли. Давайте. Подождите. Договаривались, что приедет женщина. Ну, договаривались. Мама у него актриса. Певица, понимаете? У нее гастроли, черт знает, что происходит. Только слава сына. Может, сама приедет, может, не приедет, не знаю. Извините, извините, я передумала, я не смогу врать сына, понимаете? Просто не смогу, заберите мальчика. Хорошо, хорошо, давайте деньги. Нет, денег у меня уже нету, потому что я их отправила. Отправила оплатить учебу. У меня очень талантливый мальчик, он обязан учиться. И даже дело не в деньгах. Понимаете, мы никогда не врем друг другу. В нашей семье никогда друг друга не врут. Хорошо, хорошо, давайте скажем Саше правду. Скажем, что вы продали его себе за $70. Хотите? Саша, мама хочет тебе что-то сказать. Да, мам, чего? Нет, нет, сынок, иди, ничего. Ну, иди, иди. Поиграй с братиком. Значит, на кладбище сегодня не пойдем, темно уже, да? Да, завтра. Кладбище не убежит. Вот здесь. Сигару хочешь? Нет, спасибо. Бери, бери. Бери, на этом табаке пот с ляжек кубинских женщин. Настоящие сигары скручиваются только на их черных ляжках. Бери, бери. Спасибо. Это не то говно, что ты куришь. Одна эта сигара стоит $100, а я ее покупаю. За 20. Пока. Это что, местная газета? Да, местная. А почему Голотвин? А что, вам Нью-Йорк написать? А можно я 5 возьму? Да хоть 20.
Еще. Еще? На-на, еще. Четвертая пошла. Бедный. Может, его там не кормят, а? Ну, у него мама звезда. Ей, наверное, некогда. А мне есть когда. Я всех покормлю. Да-да-да. Ест и улыбается все время. You know, Sasha and me, and you, we have the same face. Что он хочет? Ну, он говорит то, что наши лица похожи. Да-да-да. Не дай бог. Да-да-да. Не надо нам этого. Ешь. Еще? Вкусно. Еще? Еще. Да-да. Пятая пошла. You? Я? Take it. Ты что делаешь? Что он делает? Но он курит. Так, скажи ему, у нас в семье не курят. И Саша не курит. We don't smoke, it's our family. Дай сюда. Будешь суп? Да. Ешь. Спасибо. Соль. Что, Яша, они соленые? Я ведь солила так, как ты любишь. Чуть-чуть. Плохо солила. И мясо жесткое. Лук. Вот тебе лук. Ну, Сэм? No, thank you. I only drink wine. Он только вино пьет. Яша. Так, что такое? Леня, Соня, что это вы за столом? Первый, значит. Первый, второй. Сима, А что ты шкурки не ешь? Не любишь ее? Why don't you eat the skin? It's nice, but so viel cholesterin. Да, там много холестерина. Брезгует. Какой холестерин? Я ведь все витамины. Есть евреи, а есть жиды. Это переводить? Не надо. Чтоб вы знали, я всю свою жизнь работал шофером у директора цементного завода товарища Ковшикова. И никогда от него плохого слова не слышал. Если ты нормальный человек, то не обязательно жить в Америке. А если ты приехал сюда, так прояви к людям уважение. Вот так. Эстер, давай еще перцовки. У тебя есть, я знаю. Яша, тебе не надо. Что? Кто тут решает, а? Яша, может, не надо? Дети, да, гости. Нехорошо как-то, а? А по жопе? Что, нет? Ну все. Спасибо. Наелись. Пошли, Соня. Яша, вернись, Яша. Не трогай детей, кто? Яша, вернись! No, Яша, вернись! Ты вегн дем ганев то. Здрасте. Пошли, Ленечка, простите. До свидания. Простите. Здравствуйте. До свидания. Ух, я вижу, уже освоились на новом месте. Хорошо? Хорошо. Легиночка, вам не кажется, что нам уже можно перейти на ты? I'm going for a walk, if you don't mind. Oh, yes, of course. This is музей. Какой? Кривический. Нет, никогда не было. I would like to know more about this place. Что? So would I. Хорошо у вас. Ты в Китае? Я сейчас. What is my deal? Сима. Или вас догнал. Можно вас по работе на одну минуточку? На одну минуточку. Просто, понимаете, меня все это время глушит один вопрос. Почему вы так негативно ко мне относитесь? Кто? Ну, я готов на компромисс, но в чем моя вина? Чем я заслужил? Ну, ответьте мне, скажите. Что? Да, Эдуард, это странно. Ну, что странно? Молчи.
Молчи. Молчи, молчи. С ума меня свела. Убиваешь меня с первой встречи. Но, что тебе надо? Смотри, я тебе не могу спокойно. Извела ты меня совсем. Измучивая, сумасшедшая, бешеная. Зачем ты только приехала на мою голову? Где мои очки? Я ничего не вижу. Ненасытная. Освободи меня. Освободи. Ну что, хлопчик, как там наши инвестиции? Растут? Растут. Это хорошо, что растут. Для тебя хорошо. Выпей, хлопчик, выпей. Это наше медовое с перцем от всех печалей. Миллионы вас! Нас тьмы! И тьмы, и тьмы! Попробуйте сразиться с нами. Да, скифы мы. Да, азиаты мы. С раскосыми и жадными глазами. Молодец. Минуточку. Привыкли мы, хватая под усы играющих коней ретивых, ломать коням тяжелые крестцы и усмирять рабынь строптивых. Эх, опоздал ты ко мне, Эдуард. Тут у меня раньше цементный завод был. Цемент делали для атомных станций. Специальный, радионуклеидный. Жизнь кипела. Химсих из Израиля. Одинокая душа. Грицина из Канады. Очень одинокая душа. А голову нам всем подарит автобус. Извините, друзья мои, я очень устал. Монах! Принимай клиента! Замерз. Пойдем, пойдем. Я тебя по парю полечу. Пойдем, пойдем. Кто? Мальчик, барабанщик. Почему ты постой? Тебе массаж нужен. Отнес есть? Нет. Моментально выходит. Ты не волнуйся. Я массажист высшей категории. Вот такой. Ты не бойся. Но. Я знаю, что я массаж летчиком-космонавтом. А, да. Космонавт. Каким? Вот таким. Космонавт. Куда ж ты попал? Герою Советского Союза посмертно Козлову. А он, знаешь, он еще до Гагарина в космос летал. Угу. Все думали, что он погиб. А он знаешь где? Где? Пойдем покажу. Пойдем покажу. Пойдем. Смотри, вон он плавает. Вернулся из космоса. Только ты никому не рассказывай. Ты знаешь, а я тоже полковник в отставке, да. Я с ним в одну эскадрилью летал. Нормандия небом. Хорошо, да. Пойдем, я тебя полечу. Пойдем. Я их с 56-го года кормлю. Яша ругается, говорит, что гадят в дом не войти. А что поделать? Столько лет ко мне летают. Они уже привыкли. Даже дети их детей летают. It's strange, you know, this house. I was born here. And my parents lived here, but I don't feel anything. Ну что, мне волнует, что ты курицу без шкурки ешь. Ведь в ней все витамины. Год с уданким воду без дов. Посмотри на меня. Я всю жизнь шкурку ем.
heard you shout. Bad dreams. Let's leave this place. Gada alvait, kad šmērabā domā dzīvrāk ir tevi, un likmāku tevi, smāku karīmi, karīmi, šipai. Es neko neko neko, neko es eizbā, galā zmā karīvai un romīni. Amen. Tie šmērabā, mē varāk lē lā un mē almā, jā. Bet varāk viņš tabāk, bet pārvēc amā mēt na sevi, trēmi tevi salā, šmēdē kut šābarī, kut. Bēlē nekoļ brīkā tavi šķirētāt, palāgājā dēļim romīni. Šamāra bāmiņš, māvi, haim tavi malēnu, ja kolis rāju vīmrumīt. Āmen. Ir gādāvīt. Ja šalom vīmrumā, vūja sē, šalom malēnu, ja kolis rāju vīmrumīt. Эдуард, мы так не договаривались. Я не хочу, чтобы эта женщина лежала в этой могиле. Вы же обещали, приедет, поскорбит и уедет. Что с таким? Что вы как маленький, ибо все ноете, ноете. Я сам не знал, что сюда мать свою притащит. Какая вам радость? Здесь все уже давно смешалось с землей. А табличка? Зачем эта табличка? Да вас вам эта табличка не нравится? Снимите потом. Все, пошли скорбить. Меня не было с мамой, когда она умерла. Обстоятельства. Последний раз мы виделись с ней. За 2 года до ее смерти она сказала, что хочет лежать в родной земле вместе с родителями. Я тоже хочу лежать здесь, рядом с мамой. Во двору ходит, сыплет воды, и кричит и в укат, вы куда? По двору ходит, сыплет воды, и кричит и в укат, вы куда? Давайте выпьем за встречу нашего нового племянника из Канады, Андрей Андрея. Что ты слушаешь? Джимми Хендрикс, он гитарист. Да? Интересно? Нет, мам, тебе не понравится. Ну, чем верю. Да? Это он сам тебе сказал? Мам, он давно умер. Я хочу послушать. Видишь? Да. А что ты думаешь, я такая старая? Наоборот. Вы такая красивая. Вы хотите танцевать? Да. Да-да. Музыку любит. Апельсины. Обижайся на меня, Сима. Тебя от нас увезли, когда я была маленькой девочкой. Что я тогда могла понимать? Я тебя так любила, качала на руках. Но мы умирали с голоду,
Кто мог знать, что тебя увезут в Америку на столько лет? Сима, sein wir Meichel, nur der Weg führt von uns, bis jetzt bin ich bei einer kleinen Mädel. Wo ist aber damals verstanden? Ich hab dir sehr lieb gehabt. Ich hab dir gewickt auf den. Nur bei uns ist gewinn ein größer Hunger. Sima, das ist dein Tate? Das hat er. Die Mama. Doch, сейчас я бы на клейн мейдала, ganz клейн мейдала. Я была маленькая девочка. Und das ist ein bisschen später. Du kannst mir geben, die Fotografie. Nehmen Sie. Немцы убили всю семью. Не понимаешь? Die Deutschen um alle abgejagt. Dem Seiden, die Bobbe, dem Taten, die Mame, ihre drei Schwestern, Bruder und alle seine Kinder. Они их всех убили, sind alle verhagt. Nur geblieben dort ein Feld, wo es wachsen jetzt die rote Mohnblumen. Ты понял меня? Ты hast verstanden? Wir beide sind nur allein geblieben auf der Welt. Du darfst mir. Я тебе нужна. Разве я тебе нужна? Сима. Und du wirst sein reich, Hiedele. Wirst du so der Mone und das Liedele. Rosinkes mit Mandeln, das wird sein dein Beruf, und mit dem wirst du Idele handeln. Schlaf же, Idele, schlaf, schlaf же, Сима, schlaf. Сима, Сима, schlaf, Сима. Jetzt, doch, ich bin... sehr glücklich. Halt doch fest an bei mir, ne? Geh schön langsam, ja? Дядя, Эдик, дядя Сёма из Америки умирает! Дядя Сёма из Америки умирает! Астрозонтик! Don't worry, darling, I'm fine. People here are so nice. I've never been so happy in all my life. Привет ей передайте, Урсулочке. Скажите, что витамины есть, что позаботимся о вас. Скажите, скажите ей. Вы считаете, что это аллергия? Скажите. Ну, очень похоже. Это опасно. Ой. Что за болезнь такая странная? Я не понимаю, на что у него аллергия? На меня или на что? А? Эдуард, извините, я должен разобраться с этим Сёмой. Все перепроверить. Это перепроверить. Потому что у меня есть очень большие сомнения насчет родства с этим человеком. Где доказательства? Кто мне их предоставил? Откуда я знаю? Может, он аферист какой-то? А? Может, он ее частной собственностью интересуется? Чьей собственности? Эстер, ты дурака не валяй! У нее 4 комнаты, между прочим, если посчитать с коридором, а там ремонт я там сделал за свой счет. Зачем ему это надо? Он богатый человек, понимаете? У него вилла в Греции. Ты там был? Где? На вилле. Был там? Был? Нет. Нет?
Вот так. Яша! Яша! Ты погляди, кто тут, а? Товарищ Ковшиков. Какая удача, а? Ой. Здравствуйте, товарищ Ковшиков. Здравствуй, Яков. Что же вы не сказали, товарищ директор, что болеете? Мы бы зашли. Да ничего, Яков. Ноги немного болят. Вены. А у вас случайно не гангрена? Молчи, дура! Иди отсюда, чучундра! Иди! Не ори. Чего ты кричишь, Яков? Тихий час. Товарищ Ковшиков, давайте я вас покатаю по старой памяти. Покатай. Ну что, совсем уже из ума выжила? Совсем мозгов нет? Где ты шастаешь? Мы что, до вечера должны шляться тут по больницам тебя искать? По родильным отделениям? Что, нам больше делать нечего? Яша! I won't allow you to shout at my sister. Do you understand me? She doesn't owe you anything, so stop yelling at her! Stop it! Не смейте кричать на нее. Опа-на, психически. Ну что, ты довольна? Ты этого хотела, да? Этого хотела, довольна? А не нарочно, Яшенька. Уже вижу плохо. Растерялась. Растерялась ты. Иди сюда. Давай. Старался. Региночка, ты можешь переночевать сегодня в гостинице? Есть места? Сидит. Какой ужас! Саша, ты куришь! Oh, you know, my mom doesn't care. She's a diva, you know. Diva? What is diva? Diva is, I'll show you. Get up. I'll show you. A diva. You will not a diva. Like that. Yeah, a diva. Okay, maestro. Et si tu m'aimes, regarde à toi. She's always like that. Yeah. Где мои очки? Очки, я ничего не вижу. Где в этом городе я могу заказать очки? Или вы считаете, что в этом городе мне лучше обходиться без очков, да? Чтобы случайно не заглянуть в газету. Так вы считаете? Скотина! Оставлю.
Животное! Скотина! Не трогайте меня! Не трогайте меня! Ай, не трогайте меня! Скотина! Знаешь, у меня ведь сын есть, Витька. Хороший мальчик. Видимся, правда, нечасто. Ну, обстоятельства, работа такая. Я у него как-то спрашивал. Вить, сынок, что ты хочешь, чтобы папа подарил тебе на день рождения? А? А он говорит, хочу портфель. Представляешь? Портфель. Я говорю, Витька, давай я тебе велосипед подарю. Он говорит, нет, папа, ты меня неправильно понял. Скоро в школу, хочу учиться. Подари портфель. А мне военком камень обещал подарить на день рождения. Коньяк. Дорогой. И не подарил. А я ж размечтался. Глотнуть бы. Ну, я сам полковник танковых войск. Я в Чехословакии служил, 68-м. Мне Брежнев лично в Детславу вручал в колонном зале. Леонид Ильич. Ты же говорил, что ты летчик. Летчик? Я не забыл, сынок. Летчик. Ну, меня, знаешь, после контузии-то с головой... Ну, да, летчик. В небе летчик, на земле да, летчик. По-вашему, танкист. Слухаю. Здравствуйте. А можно Витю услышать? А это его школьный товарищ беспокоит. Отец, это опять ты? Уже про тебя думать давно забыл. У тебя, между прочим, сегодня день рождения. Я хочу тебя поздравить и подарить портфель. Имею право? Какой портфель? Я уже школу заканчиваю. Исчезни из нашей жизни. Еще раз позвонишь, я тебе глаз на жопу натяну. Понял? Я... Алло. Тусаки, ты с ума сошел? Вот вам не нравится, что я здесь лежу? А дяде Исаку и тете Доре, думаете, нравится, что она лежит рядом с ними? Кто она? Это женщина. Какая женщина? Мать пороха. Цусаки, иди домой. Как вы думаете, она хорошая? Очень хорошая. Иди домой. А я вот думаю, что такое хорошая женщина. Ведь для кого-то хорошая, а для кого-то не очень. Цусаки, она была очень хорошая женщина. Нормальная. Угу. Да. Плохую за 20 тысяч километров. Никто бы не повез. Иди спать. Иначе я тебе глаз на жопу натяну. А мне кажется, что они недовольны. Какое-то недоразумение. Вы же меня знаете. Я просто глазам своим не верю. Григорий, что у вас на кладбище такое творится, а? Я не хочу, чтобы об этом болтали черные языки. Пусть это останется между нами. Этого я сам найду. Это не я. А кто? Потусторонние силы, ясно? Какие силы, Цусаки? Что ты несешь, а? Давай деньги, давай деньги мои. Давай мои 10 долларов обратно. Все, контракт на стол будет, понял? Хорошо, хорошо. Пусть эта женщина лежит. Может, она правда была хорошая женщина. Григорий, вас правильно понял? Пусть эта женщина лежит. Вот слова мудрого человека. Но этот бандит сюда не ляжет и пусть не рассчитывает. Хорошо, я с ним поговорю. Нет, я требую расписку на бумаге, заверенную у нотариуса, что он на эту могилу не претендует. Расписку? Да. С печатью? Да.
Смотри, дед, какие красавцы. А, накопал. Накопал. Молодец. Не дал мне Бог сына, а зять фотограф. А фотограф, что за профессия? И вот случай дал мне тебя. И пошли. Пошли. Один я, один. Барух Исаевич, животом приболели на нервной почве. Лечимся. Нина! Опять пойду. Сегодня я его поймаю. Барух, не надо ни на какое кладбище. Я уже все выяснил. Знаете, это оказался псих. А-а-а. Здесь недалеко дурдом. Он вышел из дурдома, ну, побегал немножко и назад. Вообще иногда на выходные выпускают. На выходные? Да, тупо. Представляете? Все, забудьте, все, закончил. Слава богу, уже скоро поедете домой. А, это ты, Андрюха Хохол из Канады. Он тоже из дурдома сбежал? Почему из дурдома? А он вчера местного деда хотел убить. На рыбалке. Тот как раз задремал. Какого деда? Родственника. Грицину. У которого живет. Ножом. Я случайно спугнул. Может, уже убил? Жизнь. Ты понимаешь? Понимаю. Что же, Эдуард, проходите. Украду вы человека. Колбаски не хотите? Вот. Так, Андрейк, была свинка, бегала себе, росла, хрюкала на солнышко, а мы ее на колбасу. Умная была, веселая, получше многих других знакомых. Во дворе никогда не срала. Никогда, никогда. А вот все одно режешь. Потому что такой человек – существо, вот. Ну, я вижу, общение у вас происходит нормально.
Хорошо. Может быть, остаток сейчас отдадите? Мало ли что. Контракт есть контракт, Эдуард. А? Понимаю. Эдуард, можно вас по работе? Ну, минуточку. Знает, что они меня родственники. Ты ж мой родной брат. Когда я еще тебя увижу? Гули-г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 ули. Отравленный Эдуард. Сугубо направленного действия. Действует сразу же после приема. Большой дефицит. Господи, прости меня, грешно. Гули-гули-гули-гули-гули-гули. Убойная сила. 100% гарантии. Доллар за килограмм. Гули-гули-гули-гули-гули-гули. Здрасте. Гули-гули-гули-гули-гули-гули. Гули-гули-гули-гули-гули-гули. А можно я с вами покормлю голубей? Кормите. Гули-гули-гули-гули-гули-гули. Гули-гули-гули-гули-гули. Гули-гули-гули-гули-гули. Гули-г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 ули. Я не знала, что ты так любите животных. Гули-гули-гули-гули-гули-гули-гули-гули-гули. Ой, какая красавица! Смотрите, какое чудо! Или красавец! Красавица! Ты моя чудо-чудо-чудо-чудо! Сейчас мы будем кормить ее! Сейчас мы будем кормить эту чудо! Сейчас мы будем... Смотри! Смотрите, ест! Смотрите, как... Ты чудовище, а? Нет, вы смотрите, как она ест! Они уже все сдохли? Нет, не сдохли. Это что, антибиотик? Так что придется вашего Симу в гостиницу определять. Ну что, не берет? Неа. По доллару за килограмм, да? Ага. Это голуби такие.
Они мутировали, у нас тут Чернобыль рядом. Значит, я не знаю, мутировали они или нет. Они даже не чихнули, понял? Может, котов на них натравить? Есть хорошие коты? Не, коты у нас ленивые. Не помещаю? Нет. Барух, я знаю, что вы все видели. Я хочу его убить. Я искал этого дяди всю жизнь. Ты сволочь, предатель, нацистский прихвостень. Мне все равно, старый он или нет, я его убью. Он всю мою семью вырезал. Я не тот, за кого себя выдаю. Я не Грицина. А кто он? А напрячок. Эндрю, а напрячок последний в роду. Человека нельзя убивать просто так, Эндрю. Без веской причины. Это мое правило. Но если есть причина, убей. Это тоже мое правило. Большое спасибо. Извините, за беспокойство. Чем занимаемся, Эдуард? Можно поинтересоваться? Голубей Яков ловит. Хочу их за город вывезти. Врачи сказали, у Сэма на них аллергия сильная. Умереть можно. Гули, гули, гули. Где попалась рыбка? Дядя! А я улетаю! Улетаю! Уйди! Я хочу, чтобы мне с Сэмом сделали анализ. ДНК. Какое ДНК? Какое ДНК? Какое? Кто он? Сёма, откуда приехал? Я не знаю. На что у него аллергия? У меня аллергии нету. Где он раньше был? Откуда он приехал? Короче, я тебе серьезно говорю. Я требую анализ ДНК. Официально. В Лондоне. В Лондоне? Как в царской семье, да? Слышь, Эдуард, я тебя серьезно предупреждаю. А то потом будут неприятности. Как у царской семьи. Да? Эдди, этот хлопец Грицина, который из Канады приехал, он вовсе не Грицина. Что? Это дед Грицина, у которого он живет. Всю его семью вырезал. Он клятву дал, что найдет его. А что теперь делать? Пусть этот дед покается. Может, тогда не убьет. Когда дед вас примет. У меня что, всю войну прошел, до Берлина дошел. А тут фашист. Ну какой он фашист? Мама, ну бывает сложное обстоятельство. Вчера фашист, сегодня фашист. Конечно. Кто же знал, что Эндрю не Грицин? Да мы же тоже не Грицин. А кто вы? А кто вы? Кто вы? Грицина, что ли? Пускай покается. У него самого дед герой поймет, может быть. Личной беседе снимет камень с души. Ненароком, мол, только сейчас осознал ошибки прошлого. Все. Потом будет поздно. Эдуард, извините, но меньше, чем за 40 долларов, нам, как родственникам, не имеет смысла даже говорить. Мирослав, я... И за моральный ущерб 20. А то до дела шума Грицина, а тут еще и предатели. Ну, в общем, 80. Будь мужчиной. 100. И кабанчика. Какого кабанчика?
Алена, ну что, слушай меня. Беги к деду, он тебя послушает. Скажи, кабанчика ему купим. Скажи, кабанчик. Он меня не послушает, он кабанчика послушает. Ну, подожди. Кабанчик. Да ну-ка, кабанчик. Подожди, Злата. Я тоже люблю кабанчика. Беги, Алена, к деду скажи. Подожди, Злата. Не договаривайся. Не договаривайся насчет кабанчика. Сама пойду. Тату. Что вы там митингуете? Тату, послушай. Ты должен стать предателем. Понял? Да. Да ты... Ну, этим предателем Родины, понимаешь? Да. Полицаем. Да. Во. Да. На недельку, ненадолго. Подожди, да, ты не волнуйся. Закрыли. А ну! Вот, да ты не волнуйся. Слушай, Тадо, ну ненадолго, понимаешь? Мы тебе кабанчики подали. Тюрьму посадили. Я вам сейчас покажу. Ну кто ж сказал, что я ты вам... предатель? Ух, я вам... Тадо! Я вас сейчас... С на кусты порежу! Эдуард, бегите! Бегите! Ой! Я не предатель! Я вас! Ничего, дед, поживешь пару дней у меня? Ничего, дед! Ничего, дед! Да он через пару дней уедет! Дед, ты что? Собаки! Пани потом! Ты че, пожалуйста? Я не предатель! Ох, ты! Ты не смотри! Тату! Вот и лёг! Давай, боже мой, ну вставай же, смотри! Трогай! Эх вы! Поганцы! Никуда я не пойду! Вот и все! Эх вы! Пошел мимо. Дай я домой зайду. Че ты хочешь сюда? Чего тебе надо? Кто ты такой? Я тебя вообще не знаю. Иди отсюда. Потише, можно? Спят уже люди. Подожди. Я домой. Подожди, не расстраивайся так. Ну, что тебе не нравится? Скажи, отварим птички с тобой, а? Ну, туалет рядом. Давай. Там Ярославу не дадим. Ага, не дадим. Алена, покажи ему полотенце. Он сейчас все обольется. Давай, давай, открывай рот. Открывай. Вот. Молодец. Кто же сказал, что ты предатель? Мы Эндрю, племянник. Он тебе не племянник, он чужой человек, он иностранец. Племянник даже больше. Я тебе родная дочь, а он чужой человек. Не знаю, не тебя судить. Что ты такое сказал? Что ты молчишь? Дед, ты что такое говоришь-то? А ты кто? Я муж Алены, фотограф. Фотограф вообще не профессия. Брат, Алешка, моя внучка. Какая тебе внучка? Вы здесь меня дочка-то получаете? Не дочь, дочь. Тихо! Тихо! Дед, ну какой он тебе племянник, а? Какой он тебе племянник? Племянник настоящий. И я его люблю. Он тебе никто, понимаешь ты? Никто, никто. Он вообще через два дня отсюда уедет! Он тебе никто! Хватит! Вот, 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 вот
Я пришла к тебе. Навсегда. За что ты меня полюбил? А мы за что? Пусть меня брось. Он танцор. Жирный танцы по миру танцует. Ничего, танцует и танцует. Сдавайся. Поцелуй мне любовного порошка, да? Поцелуй мне любовного порошка. Сдавайся. Что ты со мной сделал? А я думала, такое уже невозможно. Возможно. I'm older. I'm older, you know, it's okay. It's okay, don't be... Sorry, Саша. It's okay. Что ты ходишь везде за мной? Ты мне уже вот здесь сидишь, ты можешь не шпионить за мной. Ты меня уже достала со своими наставлениями, везде ходишь. Что ты везде за мной? Извини. Я взрослый, ты понимаешь? Мама, мама, мамочка. Ты так, вали. Мам, ну прости меня, пожалуйста, мам, ну вылетело бы. Саша, Сашенька, я всегда учила говорить тебе только правду. Ты помнишь, у нас в семье никогда друг другу не врут. Поэтому я прошу тебя сказать мне только правду. Не бойся. Саша, какие между вами отношения? Как, какие? Он мне брат. Саша, Саша, я прошу тебя, не лги мне. Ты только мне не лги, скажи мне правду. Мам, ты что, с ума сошла? Сэндвич. L'amour est enfant de bohème, il n'a jamais, jamais connu de loi. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Et si tu m'aimes, ты что, regarde. Забирай свои вещи. Забирай свои вещи, уматывай. Перестань петь. Выматывай оттуда, чтобы я не видел тебя никогда больше. Вон отсюда. Ешь. Очень больно. Ой, мое ухо. Ой, ой, мое ухо. Ой, ой, ухо, ухо, мое ухо. It's okay, I'm fine. I was worried that you can get lost in this city. I'm not. I'm okay. It's okay. Слушай, а ты не обиделся, нет? Нет, не обиделся.
правда? Ну что, друзья, последний день остался. Завтра банкет, общая фотография. Попрошу сдать оставшиеся деньги. Я никуда не поеду. У меня дела. А я хочу с дедом попрощаться. Пока деда не найду, никуда не поеду. Я сегодня ему ухо оторвал. Кому? Одноухого легче будет найти. Цементный завод закрыли. А без работы люди дуреют. Товарищ Ковшиков, товарищ Ковшиков, товарищ Ковшиков, товарищ Ковшиков. Все под контролем. Все под контролем. Сейчас. Стой! Яков! Посмотри на сирот, убийца! Сынок! Запомни! Твой папа погиб, как летчик Остелло! Что ты опять буянишь? Не спится тебе? Извините, товарищ Ковшиков. Смотри, все перебил. Дети плачут. Извините, товарищ Ковшиков. Ты же рабочий человек. Что про нас в Америке скажут? Не учел, товарищ Ковшиков. Но я пойду. Иди, Яков. Иди.
Мама, возьми зубы. А, ich darf nicht, die Zähne. Это зубы твоей бабушки. Ich darf sie nicht. Это золото, Сима. Эдик. Да? Скажите, что Вовик взял. Soll ich mal kriegen mit Jaschen wegen die Zähne? Ich will nicht mehr hören von ihm. Vergessen ihn. Понимаю. Эти зубы, зубы, вам не нужны. Понимаю. Правильное решение. Абсолютно верно. Они ему не нужны. Ich kann nicht erlosen. Als Ämester soll mir Bayesh sein zu meiner eigenen Schwester. A viele Jaschen. Klär euch, oder er, oder ich. Ой, Вейсми, что он такого сделал, Яша? Он только окна побил. Эдик? Да. Сэм, Яша немножко погорячился. Яша, да. Яша, always only Яша. Okay, I don't see why I should share the teeth with Яша if they are the teeth of my grandmother. Я уже больше не могу. О, достал. Французский коньяк, как вы просили, самый дорогой. Молодец. Добавить надо бы. В райцентр пришлось мотаться, здесь не было. И бензин опять же. Виталик, я тебе потом добавлю, хорошо? Эдуард. Что? Тут еще Мирослав, он боится чего-то. Ты чего боишься? Раз дед не был, вдруг Эндрик другого захочет зарезать. Меня, например. Ну и что? Надо бы добавить зарезку, полтинничек. Пускай режет. Как это? Вот так это. Мужчина! Не проходите мимо! Эдуард! 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 А мне не умно! Миша! Миш! Космонавт! Я тебе коньяк принес французский, как ты хотел! Ты куда? Миша! Улетел космонавт. Ушел на орбиту. Как ушел? В смысле, уехал. Куда? Че кто знает? Бомж. Сказал, что навсегда. Эдик! About this teeth business. You see, it's a question of principle. Это вопрос принципа. Of course I can share the teeth with Yasha. Конечно, я могу разделить эти зубы с Яшей. In this case, my lawyer shall arrange the whole thing, okay? Мой адвокат. From these six teeth, из шести зубов, I will give to Yasha two. Окей. Я готов отдать ему два. Сэм, вы же богатый человек. Плюньте вы на эти зубы. А знаете почему? Потому что это не ваши зубы. И это не ваша бабушка. И Эстер вам никто. Она не ваша сестра, понимаете? Это вообще другой город. Вы родились в другом доме, в другом городе. Это Голотвин, понимаете? Голотвин. А ваша семья жила в Голутвине, а его нет! Нет совсем, понимаете? Съездите два часа на машине, полюбуйтесь. Осторожно, твой сестер. This is Голотвин! It's not Голутвин! Сима, я выгладила себе рубашку. Нам же надо фотографироваться. Пойдем домой, ты ж ничего не ел. Пойдем домой. Esther isn't my sister?
Ну вот он ваш Голутвин. Дед, ну зачем ты голубя налюбишь? Ты же их к французскому приучаешь. А вот они меня понимают, что я не предатель. О, товарищ начальник, здоровья, здоровья. Здорово, Лев, ты здесь. Сиди, сиди, надо вставай. Что это у вас тут воняет? Так голуби же с рук. Проветривали бы, вот, хоть что ли. Ну ладно, не скучайте. Ну что? Давай. Так, дед, голубям больше не наливать. Пока. Ты куда, хлопчик, собрался? Куда? Как там ваши инвестиции? На подходе! Пусть мама лежит. Она была хорошая женщина. Ты мне веришь? Здесь твое ухо. Надо? Очень. Пусть мама лежит. Извините, Эдуард, руки вверх. Марк, это смешно. Нина, принеси Эдику.
Извините, Эдуард, вода холодная. Я всегда считал, что человека нельзя убивать без причины. Но если есть причина, убей. Извините, Эдуард, ступеньки. Хочешь что-нибудь сказать? Нет. Сынок, ты вытащи кляпу. Вытащи. Барух, нам надо о многом с вами поговорить. О многом не получится. Барух, подождите. Подождите, ну я же сам во всем признался. А вы хотите меня утопить? Ну, разве это справедливо? Разве вообще за правду топят? Ну, согласитесь, я ведь мог никому ничего не сказать, спокойно довести дело до конца, забрать свои деньги. Мог. Но не сделал этого. Я фактически альтруист, понимаете? Я всем вам добра желал, Барух, я утонул. Если ты сделал в своей жизни что-нибудь хорошее, Бог позаботится о тебе. Я же для тебя больше ничего не могу. Не надо, Барух. Без тебя. Не может быть. Хочешь посмотреть? Они с ума сошли? Почему? Скажи им, русалочка, они друг другу никто. Они не родственники, слышишь? Это я все придумал. Скажи им, они не имеют... никакого права! Я смеюсь над ними, я... Эста, думу старый по фанцу ми. Эста, я хтарф тебе. Что такое? Переведите. Что он говорит? Он хочет взять свою сестру Эстер с собой. Дети, Соня, Ленчик. До свидания. Белла, ко мне! Я. До свидания, тетенька. Их был он, Яшин Штаттекфом. Я без Яши не уеду. Гудбит, Яша! А Белла? А дети? И Белла, и дети, Холомидник. Родной, дядя Сёма. Ты же теперь наш родной дядя Сёма. Помни, Сэм, кого ты берешь? Они же идиоты, посмотри на них, Сэм. Бедный Шо? Эдик. Шо? Ты никогда никого не любил. Нет, ты куда? Прощай, русалка, не Эдуард. Я любил. Я люблю тебя, русалка. Спаси меня, сволочь. Давай, ну, родной мой, ну, дыши, ну, дыши. Ты грести умеешь? А я тебя научу. Я тебя научу, я всему тебя научу. Давай. Живой мой родной, весь мой. Раз, два. Счастлив, правда? Раз, два.
Завтра у нас будет куча детей, правда? И раз, и два, и три, и раз, и два. Извини, я на минуточку. Эдуард! Стой! Ты куда ты утонешь? Эдуард! Говнюк! Ты мой! Стой! Ты мой! И никому тебя не осталось! Ты мой! Эдуард, подожди! Стой! Подожди, я сейчас тебя спасу! Яша, Сима, Нина, Барух, Эстер, Ольга, Бела и Жина. Яша.